случилась ли эта история на самом деле, здесь никто не знал. Человек из легенды. Он должен был бомбить Киш. Солдат, который не выполнил приказ. Меня так потрясла красота, что я не смог сбросить бомбы на церкви. Цель Кижи. Фильм Александра Зиненко. 9 мая на НТВ. Хорошего вкуса. Сверкает вся кухня порядок повсюду. Ни капли сорти перемыли посуду. А крошки сортир от души веселясь. Белья отбирали тебя на их грязь. Сорти в новой экономичной упаковке. Клеем Килит можно не откладывать ремонт на потом. Поклеил. Килит, когда все в жизни клеится. В своем формате. Такой день, но моя помада его не выдержит. Тебе нужна сверхустойчивая помада Outlast от CoverGirl. Outlast выдержит любые испытания. 14 цветов и не надо подправлять. Ведь Outlast держится весь день. Свежа, естественно, красиво. CoverGirl. Все достижимо. Тараканы. Самая большая проблема, когда двое превращаются в тысячу. Здесь нужна система Raid Max двойного действия против тараканов. Приманка уничтожает тараканов, которые ее съедают, а регулятор размножения выделяет вещество, которое стерилизует остальных. Приманки Raid Max уничтожают даже тараканов с высоким иммунитетом. Регулятор стерилизует остальных. Raid Max убивает тараканов на повал. Горная вода Меркурий с идеальным балансом минералов. Некоторым девушкам не нужно объяснять, как достичь комфорта. Ведь они выбрали Tampax. Благодаря идеально гладкому аппликатору пользоваться тампонами Tampax так удобно. Tampax дает комфорт и надежную защиту. Еще удобнее. Tampax создан быть незаметным. Многие до сих пор не верят, что покупать Ферри выгодно. Обратимся к завхозу одного из лизов. Привет, заходи. Ты покупаешь это средство? А почему не Ферри? Оно хорошее и недорогое. Я за те же деньги две бутылки куплю. Это отмыли двумя бутылками моего средства. Неплохо. А вот результат. Ферри. Деньги те же, а посуды в полтора раза больше. Потрясающе. Ферри действительно помогает экономить. Ферри – самое экономичное средство для мытья посуды. Характерным свойством азотной кислоты является ее ярко выраженная окислительная способность. Один из энергичнейших окислителей. Есть перерыв, есть киткат. Ну, я
считаю эту операцию безумием. Если пушки не будут уничтожены, на дне Эгейского моря окажутся еще 6 кораблей. Что может быть лучше хорошо подготовленной диверсии? Думаете, у них есть шанс? Если откровенно, нет. Ни единого шанса. Грегори Пек, Энтони Куин. Пушки острова Наварон. 9 мая на НТВ.